Приветствую, любители сада, огорода, любители дач. Не знаете, что посадить в саду, чтобы было красиво летом? Советую, посмотрите это видео и сделайте вывод, нужны ли вам такие цветы, которые выращиваю я. Чернобрывцы, бархатцы, тагетис, как называют эти красивые растения. У меня есть видео, загляните, и надеюсь, вы останетесь очень довольны, так как разнообразие тагетиса огромно. Как посадить? Пожалуйста, и на эту тему у меня есть видео. Не хочу повторяться, у меня много видео на моих каналах, поэтому заглядывайте, и если получите ответ на ваш вопрос, что посадить и как посадить, воспользуйтесь моими советами, моими наработками. А это какое же чудо эшольция или калифорнийский мак. Посадите один раз, и следующие года вы тоже будете иметь эти яркие солнышки у себя в саду. Можно собирать вот так, как я собираю семена, или покупать. А что еще посадить? Довольно много простых растений. Посмотрите, бегония вечно цветущая. Красота! Огромные кусты вырастают, и цвета разнообразные. А петунья? Ну это ли не чудо? Петунью очень хорошо сажать на снег. У меня есть видео очень много и о петунии, и о других растениях. Все это растет у меня в саду, и мой сад летом, если вы заглядываете в мои видео, прекрасен. Ну а аквилегия? Посадите один год, и затем это будет многолетнее растение, которое будет украшать. Высота разная. Есть высокие до метра, есть 30-40 сантиметров. Все зависит от вашего выбора. Все видео будут указаны в описании к этому сюжету. Заглядывайте, изучайте. И, конечно, конечно, моя любимая настурция. Как без нее? Обожаю. Сажаю каждый год и получаю огромное удовольствие, наблюдая за развитием настурции от всходов до цветения. Надеюсь, информация пригодится. Загляните во все видео, которые я вам предложила. У меня много наработок.